В Голубой бухте затопили плеть глубоководного выпуска, входящую в состав КОС «Южный». Общая длина конструкции – 1780 метров при диаметре 1400 миллиметров. Ее монтируют по частям. Сейчас вы можете наблюдать работы по выполнению одного из этапов строительства глубоководного водовыпуска в составе реконструкции очистных сооружений города Севастополя. Сейчас с помощью водолазной службы, специалистов нашей компании, с применением специализированной техники, с применением плавсредств происходит постепенное затопление плети. Затем специалисты приступят к сборке, транспортировке и затоплению третьего участка глубоководного выпуска длиной 960 метров. После завершения строительства всей системы она будет работать так. Сточные воды из города очищаются на канализационно-очистных сооружениях. Затем по коллектору через распределительную камеру и глубоководный выпуск попадают в море на глубину 70 метров, где и рассеиваются. Планируется, что уже к концу года за счет этого экологическая ситуация в бухте существенно улучшится.